Всем привет, друзья, с вами Женя, и, короче, выпал Big Win. Это просто жесть. Просто жесть. Так. Четвертый. Просто по красоте. Так. Просто изи, скажем так. Так, ну что же. Может пооткрывать кейсы. Даже не знаю. Так, 113 тут. Там вывести можно. Король драконов. Давайте его купим. Вау. Фнатик металлическая, круто. Просто по красоте. Чуваку тоже сегодня падало на дотке. Такс, что тут у нас с обменом? Ладно, пока покрутим. Я уж думал, реально солью баланс, но я его не слил. Изич. Просто спасибо. Может, я даже не буду денежки тратить, чтобы поднять баланс. А то реально много сливов пошло. Хотя я хочу что-нибудь пооткрывать. А, и лучше б я дигл открыл. Ладно, хочу юсп. Не знал то, что такие диглы падают. Сколько ты стоишь? Если я дигл крутану, сейчас говно выпадет. Я вообще не видел, чтоб с Испоп что-то падало. 20 рублей. Хотя вон падает людям. Ну, давайте крутанем до 600, походу. Сколько ты стоишь?
О, так ты нифига не стоишь. Вау. Нага. Окупаешь, походу? Нет, не окупаешь. Блин, глок давайте. Да, конечно. Походу тут ГГ. Айзек. Тормози хоть ультрафиолет, окупилось бы. Ни один кейс не окупился. Офигеть. Понятно все. Нет. Короче, не окупились мы, походу. Трейд пришел. Так, стопы. Ясно. Понятно. Гуляй, Вася. Не буду больше там открывать, потому что вообще невыгодно. Ну так покрутим. Вообще бигвин, конечно, по красоте просто. С наклейкой. Вау. Что-то не летит. 610 рублей. Просто тупо 400 рублей срал на вот это вот говнецо. Серьезно. Ладно. Нормас, нормас. Он пришел. Гуляй. Вот это самая четкая эмка из всех. Мне она очень нравится. Так, окей. На 500 очку.
Может тут поиграть. Это фигня для лохов. Или как быстро слить бабки. М-ку тут так и не вернули. Но косарь выдали. В принципе, нормально. Хоть что-то. Там есть одна интересная штука. А, кейсы эти не открывают. Странно. А чё эти кейсы не открывают? Давайте один. Нет вещей. Понятно. Все понятно. Вот почему их не открывают. Прикол, прикол. Когда они, интересно, выложат то, что мне выпало? В группу я также выкину скрин. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки, также вступать в группу. Какой раз? Четвертый раз мне падает бигвин тогда, когда я смотрю видосы. Круто. Никогда, ребят, не открывайте там кейсы. В них ничего не падает, как вы могли заметить. Тупо минус 400 рублей. Не летит что-то ничего. Хоть бы там, блин, я не знаю, дали бы, ну, рублей 200-300. Вообще, беспредел. Ладно, я так подумал, короче. Я так подумал, круто, ну, еще раз. Армейская и ЮСП. Нитро, кольчуга, ну, конечно. 7 рублей, спасибо. Походу, это боты открывают. Походу. Проводник, серьезно. Почему вот, ну, не бизнес-класс? 20 рублей, ясно. Ясно, понятно. Но с двумя наклейками. Короче,
такой вот видос. Спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал, на группу. Набираем 100 подписчиков, делаем розыгрыш. Всем пока.